С 1 января 2013 года на Ямале вступили в силу новые нормативы потребления коммунальных услуг. В частности, что касается водопотребления, то новая норма существенно ниже старой. Так, раньше в среднем на одного человека в ноябрьске предполагалось около 10 кубов воды ежемесячно. Теперь для жителей, чьи квартиры не оборудованы приборами учета, норма на холодную воду менее 6,5 кубов. К тому же с 1 января правительством определена и ежемесячная норма водопотребления, необходимое для обслуживания мест общего пользования, то есть подъездов, лестничных пролетов и так далее. Стоимость ее будет рассчитываться, исходя из того, какая площадь мест общего пользования приходится на отдельно взятую квартиру. К примеру, для жителей одноэтажек и двухэтажек она равна 150 литрам на 1 квадратный метр ежемесячно. Жильцам, чьи дома выше, норма больше – 260 литров на метр квадратный. В том числе туда входят площади межквартирных лестничных площадок, лестницы, лифты, коридоры, не принадлежащие отдельным собственникам. За исключением технических этажей – это подвалы, чердаки, лифты, шахты, земельные участки –